Здравствуйте, друзья! На связи Дед Мазай. И по эту сторону экрана снова я, значит, по ту сторону экрана снова вы. И, как я уже вам обещал, давайте я вам покажу часы, которые ко мне пришли из Китайской Народно-Демократической Республики. Значит, вот на такой подложки, вот, чтобы видно было, да, вот, они вроде как написано Water Resist, вроде как для экстремальных видов спорта, но не знаю, насчет Water Resist это мы как бы можем поспорить. Вот такие часики, так. Значит, у них вот что тут написано. Можно почитать. Ну, если это видно. Видно, не видно, не знаю. Скорее всего, написано тоже, что Water Resistance. Вот, значит, на них имеется защитная пленочка. Вот, сейчас мы ее снимем. Потому что все равно она заляпается. А это, в общем-то, ни к чему. Смотрим дальше. В принципе, вот. Давайте попробуем вот так сфокусируется. Здоровое табло у них. Самое интересное, что вот видите, вверху светятся цифры красным цветом. Ну, вот единственная фишка. Функции стандартные для всех часов такого плана. То есть вот эта кнопка, это подсветка. Подсветка не очень яркая, она значит только освещает цифры. Освещает цифры. Цифры видать. Это кнопка моды. Вот это вот показывает у нас будильник. Это показывает у нас секунды можно обнулить. Стандартно, значит, две кнопки. Кнопка моды это значит, даже не знаю чего. Дальше будильник, мигающий на другую сторону. Мы дальше мигать цифры заставляем вот этой кнопкой. Вот этой вот. И, соответственно, меняем вот этой кнопкой значение. И потом просто-напросто вот этой кнопкой опять выводим в нормальное положение. Значит, что у этих часов есть? У этих часов есть кукушка. То есть каждый час они подают сигнал, пикают. Есть у них будильник, если это можно так назвать. Что значит будильник на часах наручных, это я знаю прекрасно. Будильник и календарь. Календарь с, вот если тут вот видно, наверху, дни недели показаны. Ну, вроде как они противоударны, имеется в виду, что если они падают на землю, они не бьются. Ну, потому что они, во-первых, сами по себе, они легкие. Во-вторых, вот такая вот здоровая пластмасса напаяна на них, что, в общем-то, биться они не разобьются. Ну и насчет водонепроницаемости, это, конечно, можно поспорить. Вот единственное, что скажу, что на руке они, в принципе, сидят нормально. Вот, сейчас давайте их примерю. И там, с того края, ремешка, там какие-то вот такие вот пупырки, то есть вот эта вот штука не движется свободно, она там за них застревает, и ну вот собственно как они смотрятся на руке. В принципе, я их брал для того, чтобы съездить в отпуск, поскольку они позиционируются как водонепроницаемые. Большие цифры, время видно, легкие. Вот, собственно, все. На этом их плюсы, как бы, наверное, и заканчиваются. То есть, насчет водонепроницаемости я хочу их проверить. Ну что ж, вот, собственно, тест на водонепроницаемость. Часы вот уже в банке час находятся. С каких-то подтеков
и так далее, я не вижу. В банке они по-честному. Вот, банка закрыта. Я очень сильно предполагаю, что, скорее всего, в воде нельзя нажимать кнопки. А подпружиненные кнопки, они как бы герметично закрыты. Соответственно, вот часы в воде спокойно плавают. Так что, в принципе, тест на водонепроницаемость часы прошли. Вот, посмотрите. Нигде ничего нет. Вот такой вот обзорчик. Ну что ж, на этом обзор я завершаю. Если он был кому-то полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Дед Мазай.